В соответствии с условиями проекта в Сабаильском районе создано 277 контейнерных площадок, где установлены зеленые и оранжевые контейнеры. Волонтеры общественного объединения «Региональное развитие» также оказывают поддержку просветительской работе в жилых домах, расположенных в Сабаильском районе по адресу улица Рафика Искендерова, 1823, в поселке Бадамдар. Для информирования жильцов о проекте в этих домах им раздаются зеленые и оранжевые пакеты, а также информационные буклеты. В то же время перед блоками домов приклеены вот такие просветительские плакаты. Реализация проекта впервые началась в Наримановском районе столицы, после чего к нему подключились Низаминский, Насиминский и Ясамальские районы. Мы довольны этим нововведением. Это поможет нам поддерживать чистоту и будет легко сортировать пищевые отходы. Нас просветили насчет новых контейнеров. С завтрашнего дня мы будем знать, куда следует выбрасывать те или иные отходы. Также с целью дальнейшего повышения качества оказываемых жителям столицы коммунальных услуг приобретено 57 новых транспортных средств и механизмов. Более месяца назад нами изначально были переданы буклеты и целлофановые пакеты жителям почти каждой квартиры Сабаильского района. Люди стараются содержать наш город в чистоте, тем самым помогают нам. Проект служит делу обеспечения чистоты нашей столицы, защите окружающей среды и здоровья населения, а также формирует экологическую культуру жителей города с учетом экономической эффективности. Рауф Мамедов, Кахрама Мамедов, Новости СТВ.